Уже. И сейчас готова? Да. Качайте, раскачивайте. Негодяи. Очень неуважительно относятся к девушкам. ЛСП это кто? Марионетка. Не помню. Подбрось монетку. Ай, вот, помню. Буду погибать холостым. Только не это. Патрон должен выстрелить. У меня не видно полбашки. Смешно тебе? Да. Но реально у тебя большеватая. Короче, я здороваюсь с ребятками. Ты готова? Ну давай, поехали уже. Ты сейчас готова? Да. Угу. Мы смотрим-то куда? Можешь на экранчик, но лучше вниз. В дырочку. В дырочку. Спину выпрями. Прости. Блин, мне придется смещать кадр опять. Из-за того, что видишь... Где мне вот тут умещать? Ну что надо сделать? Да нет, все. Вперед? Все, нет, все, да ты сиди как хочешь. Pulse up, motherfuckers, с вами Джонни Харри. Сегодня у нас, знаешь, кто у нас сегодня? У нас сегодня ЛСП, Федук и Егор Крид. А, и я песенка. Думала, мама. А, ну да, у нас сегодня еще мать в гостях. Мать? Мама. Мамули. Мами. Ты уже всех знаешь этих чуваков. Холостяк песня называется. ЛСП это кто? ЛСП это помнишь, где два чувака, которые еще покончил с собой, это один. Что-то. Марионетка. Не помню. Подбрось монетку. Ай, вот, помню. Вот. И Федука, помнишь? Федука, моряк, помню. Морячок. Это, да. И Егор Крид. Это свои парни уже. Нет, ну да, твои парни. Мои. Егор Крид тоже, да? Да, да. Mm. Короче, выпустили трек совместный. И выступали, кстати, на Урганте. Ты, может, видела даже это. Я засыпаю на Урганте. Все понятно. Все, да, начинаем смотреть, короче. Короче, все, ты готов вообще? Ну, я думаю, что да. Все, давай. Ты посмотри, что творят, а? Красиво. Я даже знаю, как это... Нет, это столбы просто. Ты думала, это шесты эти? Как это они называются? Пилоны это называют. Пилоны? Да. Угу. Ты занималась на пилонах? Нет. Бог миловал. Что ты? Что ты? Бог мило, чувак. Миловал. Бог миловал. Это ЛСП. И на тебя похоже, мне ты тоже. Виза и мастер-карт. Вижу эту куклу фантастика. Беру эту Барби в момент. За пару монет. Гребаный абонемент. Спортивная гимнастика. Ты вообще понимаешь, да, какой он грязный засранец? Как гребаный абонемент. Очень неуважительно относится к девушкам. Сейчас будет к девочкам, да, относиться. Это, кстати, ты знаешь, что в Америке-то вот эта вся фигня по поводу, ну, сексизма. Что типа мы равноправие. Да-да-да. А тут такие слова. Негодяй. Нет ничего. И опа, твой кореш. Смотри, у него татуировка. Ну, типа татушка, видишь? Якорь. Типа он делает отсылочку на моряка. Mm-hmm. То, что он моряк. Его одна из популярных самых песенок. Тут они тут в каких-то этих уже тужурках, а девчонки в купальниках. В натуре, да? Как-то. Вроде холодно. Хочешь быть моей женой, поезжай со мной. Почему ты думаешь, что я несчастлив? Но здесь нехуй ловить. Если ты хочешь встречаться, я за всех зап... Ну, понятно, да? Федуку как бы, ну, если ты хочешь с ним встречаться, здесь ловить, ну, как бы нечего с ним. Трубка, да, он моряк, короче. Ты поняла вот эту отсылку «Буду погибать холостым»? Ну, что, типа есть песня «Буду погибать молодым». Да, это холостым. Да, он будет погибать холостым. Ты где-то ходишь, буду самым рад, и ты прости. Я просто прыгнул в новый Audi. Новый бичес, не ждите колец. Я пью сок из разбитых сердец. Буду погибать холостым. Где уже Егорушка? Егорушка где? Сейчас прилетит, наверное. Какую-то баржу ржавую нашли. Ну, слушай, ну это модно, на самом деле. Да? На ржавой барже ездить? Ну, типа, это красивый клип, нет? Это интересный клип. Ну, нет, он интересный, да. Девочки вот интересно ножки закидывают. Холду. Мне очень интересно, почему девушки раздетые. Ну, это тоже стиль селек. Ну, наверное, им холодно было, вообще спора нет. Хочешь быть моей женой, парь по одной, сперва выпьем волны. Женой, поезжай со мной, там будет. Вот он. На барабане сектор при, но ты снова выбираешь деньги. Заебись.
Классная рифма от Егора Крида. Только оденься. Алла хумус, алла хумус, доллар. Мы на баре. И не парь, ты ебарь. Нет, ебарь, мой парень. Сколько тебе надо? Его не парит ее парень. Ее парят мои мани. Мани, денежки, да? Ну, короче, вот понятно. Голдигерши такие девочки называются. Нет, ну я смотрю, мне красиво. Ну интересно. Да. Девочки называются голдигерши, знаешь какие? Которые типа за бабки с пацанами водятся. Голдигерши. Голдигерши типа копатели золота. Голдигер это тот, кто копает золото. Голд, я знаю, что это золото. Типа, знаешь, бегают за деньгами, за пацанами. То есть у него деньги есть, все, пофиг на его характер. Он мой пацанчик. Ну вот. Надо, чтобы любить меня без белья. Для холостяка это все пустяк. Главное мне не напиться. Хала, холостя, парень молодой. Хала, холостя, завидный. Хала, холостя, хочешь быть моей женой. Парь по одной, сперва выпьем. Что натворили девчонки? Ну слушай, там написано этот, было ЗЗЗ, типа, чтобы он заснул. Засыпал. Сиропчик какой-то. Холостя, парень молодой, холодный. Холла, холостя. Хочешь быть моей женой, поезжай со... Все, сейчас его съедят. Это им все приснилось? Не знаю. Припахали парни. Электрошокером. Так. Всё. Финал неожиданный. А я даже не понял, что это значит. Типа теперь девочки будут использовать? Я не знаю, холостяк, наверное. Короче, то, они что... его в рабство. Они не, в рабство нет, не в рабство, наверное, что все-таки холостяк приходится все самому делать. Что это не есть хорошо. Ну нет, это слишком глубокий смысл. Мне кажется. Просто девочки насытились этими засранцами, которые выпендривали. Что у нас деньги, что нам не нужны девочки. И да, и вот они их взяли в рабство. Я чисто вот по названию этого, как. Ну слушай, ну твоя теория очень интересная. Но я думаю, они не это хотели сказать. Так ты тоже холостяк. Ты тоже гладишь? А, ты не гладишь. Моешь? Ну. Посуду моешь. Ну да, полы тяжело. Моешь, моешь. Тяжело так приходит. Что вот. Каждому холостяку по девочке нужно все-таки. Буду погибать холостым. Нет. Холостым это знаешь, это. Как будто холостой патрон. Только не это. Патрон должен выстрелить. Знаешь, кого мне этот Егор Крид напоминает? Кого? Старого Джастина, о, этого, молодого Джастина Тимберлейка. Ну, чисто внешне? Да. Это, кстати, шикарная вообще песня. А Скарлетт Йоханссон просто в этом, в клипе? Да, но это давным-давно было, и как бы круто. Короче, он похож на него мне чем-то. Ты вообще помнишь эту песню? Да, я ее частенько слышу. Не, реально, это давнишняя песня, ты ее не помнишь? Не помню. Давным-давно еще крутили по телевизору. Ну да, что-то похож, есть, да? Кстати. Ну, типаж такой же. Короче, целых 9,5 минут клипарик. И тут про любовь, про всю тему. И смотри, вот они поругались. И она, короче, мчится на тачке. Короче, песня шикарная. Просто когда смотришь вот эти 9,5 минут, реально становится ее жалко, типа, знаешь. Это ее машина перевернулась? Да, оказывается, ее. Скарлетт. Бедняжка Скарлетт. 2009 год. Но я думаю, это еще было позже. Точнее, раньше, еще раньше. Слушай-ка, а ты мне скажи вообще, вот движение как рэп-то, оно откуда и когда пошло? Давным-давно. Откуда это? Культура-то запад, ну, американская? Да, это негры начали. На районах читать за жизнь. И вот так и продолжилось. Но сейчас новая школа читает о том, как у них много денег. Да, это называется мамбл рэп. Money. Да, money. Мы вместе сделали. В общем, мы начали это с ЛСП вообще. Егор Крид и Холостяк. Да. Ой, и Федучок. Федук, да. Но они молодцы, нет, мне достаточно понравилось. Ну, как сказать, необычный клипчик такой. Да, необычный веселый клипчик. Почему нет? Да? Да.
Очень даже, да. Все, короче, так, ребятки, да? Слушайте, качайте, раскачивайте. Я надеюсь, вам понравилось видео, ребят. Поставьте лайк, если вам тоже понравилось. Можете поставить дизлайк, это тоже большая статистика. Нет, дизлайков на самом деле нам лучше не ставить, да? Как пойдет. Ну ты чё? Пусть люди выражают свое мнение. Да ну, нет. А чего нет? Короче, ладно, ребят. Надеюсь, вы весело провели время. Окей? Время шараутов у нас. Спасибо вам всем, что вы смотрите. Но отдельный респект сейчас вот этим. И смотрю, сейчас вот внизу появятся 3 комментария любых. Рандомных. Где мы... внизу? Вот тут смотри. Вот тут. Куда? Куда смотреть? Ну, может быть, уже все. Но просто я всегда жду, потому что 3 комментария, чтобы люди еще прочитали. Короче, ребятки, все на этом. Я надеюсь, все прошли, ребята, у нас. Все комментарии попали. Подписывайтесь на мой инстаграм. Слушайте грамотную музычку. Качайте, раскачивайте. Качайте, раскачивайте, ребятки. Пистолет достанешь? Нет, а, пистолет подожди. Нельзя. Ребят, я достаю пистолет. Я не умею. Look at my leg shot. Look at my wrist shot. Might have been my man, you blind. Let him in five at a time. I just be smoking up dope.